Друзья, смотрите, отправляется сейчас к своим клиентам, к своим покупателям. Два самых бюджетных на сегодняшний день мини-трактора. Это у нас идет Кентавр 160B. Это у нас идет Зубр 240 Монстр, как он называется в народе. Друзья, кто-то на этом канале в первый раз, а с кем-то мы уже знакомы много лет. Поэтому, друзья, внизу оставляю ссылочку на свой инстаграм. Во-первых, мне будет очень приятно, если вы подпишетесь, там, полайкаете и все и так далее. Во-вторых, там я всегда смогу с вами делиться какой-то эксклюзивной новой информацией касательно цен, касательно каких-то неофициальных скидок, которые просто не могу по разным объективным причинам выложить на официальном канале Минитрактор.рукер. Поэтому, друзья, пожалуйста, ссылочка внизу, я буду каждому очень сильно рад. Это одни из самых популярных моделей. Это на 16 конячек, это, соответственно, на 20 конячек. Это, соответственно, идут мототракторы. Не самые плохие. Особенно я даю предпочтение вот 160-ке, потому что тут соотношение мотор-коробка как бы выдержано все. Они более износостойкие, не ломучие, потому что, как вы можете заметить, коробки-то у них одинаковые идут по факту. А по рукавам заднего моста. Но мощности в монстре идет поболее. За счет того, что тут все-таки идет побольше блок. Что можете видеть даже визуально. Вот. Но коробка та же. Соответственно, будет чуть быстрее изнашиваться какие-то нюансы. Трактора оснащаются гидравликой. Оснащаются фрезой блоком. Одно- или двухкорпусным. Подбирается уже фреза пух относительно тяжести вашего грунта, относительно ваших, в общем, относительно ваших потребностей, как что вам нужно с навесного дополнительно еще. Это все будет подбираться индивидуально. Так же самое, как мы подбираем индивидуально трактор. Я напоминаю, что доставка у нас бесплатная по всей Украине. Предоплаты мы не берем. Расчет только после получения проверки техники. Все популярные модели мототракторов и мини-тракторов до кабинников на 50 сил у нас есть в наличии. Можно заказать. Также, если вы заказываете, напоминаю, трактор с комплектом, фреза, пух, будет вам дополнительная скидка на аппарат. Вот. И много разного сезонного и несезонного оборудования тоже есть в наличии. Так что обращайтесь, набирайте. В наличии есть форты, ДВшки, зубры, шифинги. Также в наличии есть вот мотоблоки. Сейчас, я так понимаю, будет догружаться еще на эту же машину мотоблок. Вот он. Тоже будет добраться вот сюда. Вот. На нашем сайте уже появилась соответствующая рубрика, раздел мотоблоки. Там есть все по самым минимальным оптовым ценам. Вот, по самым низким. И тоже можете обратиться, посмотреть, выбрать. Вот. Что есть по наличию. Друзья, все, я с вами на этом прощаюсь. Это самые были популярные мини-тракторы, которые есть в сегодняшний день, мототракторы, которые доставляются по регионам Украины. Это был канал Минитрактор.рукер. Всем желаю огромной удачи, всем счастливо и спасибо большое, большое, что смотрели это видео. Пока!